Акция наша сегодняшняя началась возле ТРЦ «Фабрика» на Береславском шоссе. Проехали центральными улицами, то есть это Береславское шоссе, все полностью Ушакова, от центрального вокзала до набережной. Возле набережной мы развернулись и приехали вот сюда на парковку облгосадминистрации на площадь Свободы. Цель сегодняшней акции – очередное привлечение внимания представителей власти. Мы сейчас передаем открытое письмо представителям облгосадминистрации с подписями всех участников акции. Наполнение этого письма таково, что мы в нем разъясняем и проблему, которая на сегодняшний день существует с евро-номерами, с растаможкой автомобиля в Украине. Кратко решение этой проблемы. Так как у нас является представителем президента Херсонской области глава облгосадминистрации, ну, соответственно, сейчас передадим, он с ним ознакомится и будет, наверное, принимать какие-то дальнейшие решения, передавать его, нашу позицию в Киев. У людей, которые поддерживают доступные автомобили, чтобы ездить на них законно и доступно, и не платить какие-то непонятные сумасшедшие деньги за автомобили, которые, ну, не соответствуют не то что там каким-то нормам токсичности Евро-5, а в принципе ни одной норме безопасности и так далее, которые производятся у нас в Украине и продаются дороже, чем те же автомобили в других странах. Ну, то есть это полный абсурд. Украинец не может на сегодняшний день купить вообще себе автомобиль. Он может только это сделать, поехать в Европу, купить, там его привезти. Мы хотим все это узаконить, сделать, чтобы это все было законно, чтобы они ездили на украинских номерах и были доступны, то есть чтобы любой украинец мог себе купить нормальный, доступный, безопасный автомобиль. Громадська організація «Авто Євросила» проводить акції по всій Україні, і вони заявки такої звернулись до нас, що вони будуть про таку акцію вони будуть проводити, і попросили, щоб ми прийняли від них звернення. Що ми сьогодні і зробили? Звернення голові обласної державної адміністрації Гордія Андрія Анатолійовича стосовно відкритого листа, який підготувала ця громадська організація. Ми його прийняли і дамо відповідно голові для того, щоб він далі переслав по призначенню цього листа.